Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Российские ученые разработали специальный сухой паек для терпящих бедствия моряков. Для его употребления не требуется вода, а поэтому он легче усваивается организмом. Кроме того, такой сухпай облегчает восстановление организма после сухого, безводного голодания. По словам старшего научного сотрудника лаборатории химии твердого тела и ХТТМ Саран, Алексея Бычкова, к продуктам исследователи решили применить механически активированный гидролиз. С его помощью белки и углеводы в продуктах сухого пайка расщепляются до более простых соединений. Этот процесс происходит и в организме при усваивании пищи. Но ему необходима вода, которая во время катастроф в открытом море в большом дефиците. При недостатке жидкости в организме кровь человека сильно сгущается, образуются тромбы, что может привести к инфарктам и инсультам. Употребляя новый сухпайк, человек может с большей вероятностью дождаться помощи и восстановиться после кораблекрушения. Визуально и по вкусовым качествам этот вариант пайка не отличается от используемых сейчас, заключают ученые. Читать далее посмотрите, как появилась Луна. Древняя планета врезалась в Землю. Археологи нашли в Крыму древние захоронения. На месте был билет в загробный мир аборта и наука, что будет с детьми, которых родят. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.